Всем привет, с вами Crazy Stalker. Сделал я тут сидел, короче, скучно мне стало. Решил я поискать что-нибудь на Зов Припяти, короче, максимально улучшить графоний. Лазил по Ютубу, в общем, короче, нашел одну интересную такую сборку. Я кое-что в нее еще добавил. И получилось довольно-таки неплохо. Ну, вы же меня знаете, я тут с самого начала прикупился. Короче, есть у меня Сайга, есть вот Ака, есть Шторм, есть Рысь, есть экзоскелет. Короче, патрончики есть. Короче, как обычно, блядь, 3555 раз, блядь, не собираюсь ее проходить там с нуля. Мне интересно сам процесс и графоний, который получился. Ну что, давайте выйдем на улицу. Посмотрим, что у меня получилось. Так, и прежде чем мы выйдем, я вам скажу, короче, что у вас в сборку. Сборка на основе Ганслингера. Туда входит уже SGIM 2 погодный мод, Absolute Natural 4 погодный мод. Поставил я туда еще Stalker 2K, но это 2K текстуры. И HD текстуры сталкеров. В общем, неплохо. Будет чего интересного, заходи. Наш скадрон всегда на месте. Никуда не уходит. Ну что, давайте выйдем и глянем, что у нас получилось. Короче, вот такая вот растительность у нас. Денег, как обычно, у меня, блядь, дохренища и больше. Так, и мы в самом начале игры. Не, ну смотрится, конечно. Я не знаю, я просто никогда не ставил этот погодный мод. Говорят, очень крутой мод. Там куча, короче, новых погодных. Так, у нас там... Я понял, так, не туда, наоборот, вот так надо. Во. Не попал. Или не убил. Так, ладно, это все хорошо. Так, ну нам надо ж прогуляться. Че, погнали, пройдемся. Так, а что нам, куда нам лучше сначала сходить? А, бегать мы, короче, не можем. Короче, нам нужен... Нам нужно прокачать экзоскелеты, нам нужны для этого инструменты. Не, ну выглядит, конечно. Сука, блядь, потрясно. Так, ну погнали, короче, все подряд по кругу сейчас зацепим. А у нас нету. Ну да. Yeah.
делать? Еще G1, наверное, да? А, нету никого. Так. Блутаем. Не, ну природа, конечно, выглядит. Лето вообще просто, блядь, капец, блядь. Давно я в такую красоту не играл. Не боись! Давай-давай, вперед! Давай уже, валяйся! Вот видишь? Я ж говорил, комбинезон выдержит! Двигай дальше! Так, и что ты мне дашь? Медведь. Бывает. Так, ладно, держи свою винтовку, она мне не нужна. Зайдите выбрать. Так, разрядить. Так, все, сохранимся. Ай, горю, я и забыл, блин. Да ну его нахрен. О, забрал. Так, а что, мы мамкины бусы подняли, да? Заявление о радиации плюс один. Понятно. Так. Так, фонарик мне как взять? А.
так, либо так. Блин, я вот этот Ганслингер почти никогда не играл. Ну так ставил, играл, но так, чтобы полностью пройти игру, ну, не, ну играл, конечно. Блин, ну красиво как, а. Сейчас зайдем, посмотрим на кирпичи. А, подожди, у меня же есть этот. Нужно тут походить. Уже что, поднимем? Блин, ну вот это то, что он устает, конечно. Я тут вспомнил вот. Заныкал сталкер на дереве хабар. Ну и как-то вечером решил проверить, как там что, все ли в целости. Ну и надо же, сидит кто-то там, шуршит, ноги босые слезают. Блин, быстро устает. Нафига я буду тягать это? Что там еще нет? Не понял. Ай, блин, что я здесь? Так, Анальт. Бросок, да? Так. Так, у нас приседание. Присесть. Что, больше никак, что ли? Я не пойму. А не, мы можем достать. Меня же, я понял. Так. Идемте автомат заберем сразу. Продадим.
Так, еще один тайничок. Стоп. Блять, я гоню без. У меня ж фонарик есть в этом шлеме. Так, ладно, пойдем тогда ниже, сейчас спустимся. Так, игру сохраним. Не бандюганы. И не радиации тебе, не твари, не сволочи. И никого на горизонте. Так, еще один тайничок. Так, что видите? 4 килограмма нам надо. Больше. Так, стоп, а у меня ж есть. Можно так сделать. Здравствуй, сталкер. Привет, привет. Да чё ты топчешься? Если есть что, выкладывай, нет, проваливай. Ты чё такое? Чё, упал костюм, что ли? Так, что нам тут? Короче, нахрен это всё продадим. Так, это продадим. Это у нас что тут? А, радиация минус 2 у нас. Оживление ран. Ладно, эти оставим. Пока. Давай, давай, не задерживайся. Сейчас глянем. На пороге старой сторожки сидит кровосос. Тут из дома выбегает маленький кровососик и к папе тормошит. Папа, покажи сталкер. Тот сторожку выходит, на каждой руке по черепу. И начинает, как в кукольном театре. Левый череп так тонко. Семен, слушай, как думаешь, тут кровососы есть? Правый так масса. Ну ты даешь, Петру. Какие тут нафиг кровососы? Так, закупимся сразу. Да.
Так, а это же ж мне не... Ну, что там? Да. О, так навернуть мы можем. Это навернули. Так, а это у нас... Так. С этим он ничего не может сделать, да? Так, а ну с Экзом, что он там? Навернет там что-нибудь, нет? Нужны инструменты. Не туда. Так, сохранимся. Бегаем за КПК. Да ёпта, ЛСТ. Что ж ты перегружен-то, а? А, стоп. Нахрена мы будем руки тягать? Слышишь, тут это? У султана, как говори... короче, разговорки есть. А колбасу и батоны нынче хреновые. Так, найдешь правильно. Артефакты? Заглядывай, посмотри. Так, ну вот тут нам ничего не надо, вот здесь бы. Что там? Ранение? О, то, что нужно. Давайте аптечек возьмем. Да-да, прощай, прощай. Так, хрень эту выкинуть. Так. Да ладно, я все равно падаю. Да ну нахрен. Осмотреться, придурок.
Еще и на нас Шутников наехал. Молодым эти по слишком. Ни черта не сечем. Шутник тоже хорош. Обиделся, схватил рюкзак и жить с концами. Пока я кардана успокаивал, свалил в неизвестном направлении. А мне что теперь, со старым идиотом пухать? И водка это дерьмо. Тьфу ты. А так классно все начиналось. Я запутался. Так, по-быстрому смотаться на этот. Как ее? Лесопил. Ладно, тут тайник пока брать не будем. Так. Раскидывают налево-направо. Так, а коль мы тут, давайте на... сейчас КПК второе заберем. Им что, им хорошо, сидят себе с мобилами, командуют. Нахрен. Не люблю бандитов. Что артефакт не внизу. Он должен быть на самом дереве. Кажется, на него можно забраться с холма. Главное, чтобы там не было монстров. Эх, жаль, после ссоры с карданом и баржей пришлось переться сюда одному. Зато как притащу я артефакт, до них дойдет, кого надо было слушать. Yeah.
Так, сохранимся. Третий. Так, на лесопилку. Переча. Видели, как текстуры выглядят? Охренеть. Охренительно просто. О, нам этот надо забрать. Сейчас. Нихрена себе, как это все смотрится. Нехилая картинка. Разлом вообще, да. Текстура. Офигенно смотрится. Вся электроника внутри погорела. Даже изоляция на проводах расплавилась. Так, сохранимся.
Синий кого-то жрут. Вот суки сожрали, а? Так, это заберем. Вот это заберем. Пригодится. Thanks.
все. Нет, двое еще. Вон один. И еще где-то один. Вон он. Так, один еще где-то. Понял, гранаты где? Чё так мало? Должно быть 4 эвки. Ты мне нахрен не нужны. Ну что у них есть? Детектор артефактов. Получше. Хрен тут там, чувак. Тут откуда взялся? Уж не было. Хна он затаренный. Так, ну что, назад. Давайте. Как вам сборка? Пишите, проходить дальше или нет. На этом все. С вами был Crazy Stalker. Красотища-то какая! Пока!